следующий круг. Страна-скандинавия называется круг водки. А у нас там вообще это круг хитрости, предательства, подлости. Здесь все очень просто. Нет друзей, все враги. Никакой чести быть здесь не может. Никакой дружбы. Можно объединяться в тройки, чтобы убить одного, а потом сразу убить своих товарищей по команде. Можно спрятаться в толпе зрителей, чтобы тебя вообще не били. Да? Можно нападать со спины, можно делать все, что угодно. Задача выжить самым подлым и самым хитрым образом. Здесь в этом бою выигрывает не самый искусный боец, а самый хитрый.